Здравствуйте, друзья, вас приветствует Алексей Кузнец из Ленинградской области. Я сейчас нахожусь у друга на даче, и он меня попросил сделать садовую дорожку. Будут применены материалы такие, как поребрик 40 на 20, плитка тротуарная 40 на 40, толщина 5 сантиметров. Также щебень фракции 10-15, клинцовочный, так называемый, и песок обычный речной. Как это будет, увидите в этом ролике. Поехали! Вчера вечером выкопал основание, снял дерн. Сейчас буду заниматься подсыпкой основания, затем укладывать поверх песка дорнит. Затем установка бордюров. Это в Москве, а у нас в Санкт-Петербурге и Ленинградской области поребрик. Затем буду отсыпать щебнем, трамбовать и укладывать сверху плитку. Решил подойти немножко дизайнерски и срезать угол. Сейчас отсыпаю песочком. Увлажняем все основание водой. Проливаем как можно больше, чтобы песок осел и было с ним работать приятней. Сейчас начался процесс монтажа поребрика по веревке. Веревка является основным нашим уровнем. Видите, по веревочке все четко, ровно и красиво. Хватит? Еще полей маленько. Происходит утрамбовка, шлеп нога, деревянная. Сейчас трамбуем по мокрому песочку, даем усадку песку. И вот так по веревочке все ровненько, красивенько, замечательно. Обязательно проливаем и трамбуем послойно. Каждый слой не больше 5 сантиметров. Видите, как усаживается песок после трамбования? На 2 сантиметра как минимум. Насыпал песка, уплотняем водой для того, чтобы песок расклинил наш поребрик. После этого расстилаем дорнит на песок и насыпаем поверх дорнита мелкий щебень типа вот такого клинцовочного 10 на 15. Уложили дорнит 200. Сейчас засыпаем сверху щебнем мелкой фракции клинцовочным. Засыпали щебнем фракции 10-15. Сейчас еще дополнительно пролили водой, чтобы не было пыли во время трамбовки. И послойно трамбуем. Толщина слоя щебня 5 сантиметров. С наружной стороны вдоль поребрика просыпал песком, расклинил между щебнем, песком сам наш поребрик. Сейчас подготовил еще одну тележку для того, чтобы с другой стороны обсыпать песком поребрик, чтобы он не гулял. Вот таким правилом из доски выравнивается песчаное основание уже в размер под плитку.
не строитель Леха, а Леха строитель. Дамы и господа, дорожка из плитки и поребрика готова. Сейчас пройдемся, протестируем. Швы надо просыпать песочком мелким, просеянным. Вот такая дорожка подходит к дому. Вокруг дома сделана дренажная система, засыпана щебнем фракции 40 на 25, а также клинцовочным сверху 10 на 15. Дренажная система выпущена в канаву. Если кому интересно, есть ролик, как я это все делал.